Еврейская молитва Мудре Ани. Целый клад мудрости. Есть столько теорий о том, как нужно себя вести в первые минуты своего бодрствования. Сколько есть теорий, сколько есть психологических идей. Евреи говорят очень просто. То, с чем человек должен просыпаться, это благодарность. Мудре Ани Расамеха. Как только человек открывает глаза, еще перед тем, как он начинает писать список себе своих дел, куда-то торопиться или что-то делать, ему нужно поблагодарить. Ему нужно сказать Всевышнему, что он чувствует, что у него есть очень важный ресурс. Это его время. У него есть возможность сделать сегодня что-то по-настоящему важное. Но Всевышний не просто дает нам эту жизнь. Всевышний дает нам эту жизнь в залог для того, чтобы мы сделали что-то действительно важное. То, что никто, кроме нас, на всей этой земле не может сделать. Это первая мысль. Кроме этого, мы знаем, что на иврите правильно сказать «Мудре Ани Леха», «Я тебя благодарю». Но мы говорим «Мудре Ани Лефанеха», потому что человеку очень важно осознавать с самых первых секунд своего дня, что он стоит непосредственно перед Творцом Вселенной. У него нет времени на раскачку, он не может позволить себе делать все, что угодно до тех пор, пока он не придет на работу или в общество. С самых первых секунд он должен ощущать, что он находится прямо перед лицом Создателя. Мы называем Всевышнего в этой молитве «Мелех Хай Векаям» – «Царь живой и сущий». Не просто царь, который есть на небе, который существует и создал этот мир, а царь, который существует в моей жизни прямо сейчас. Именно от него зависит, как пройдет мой день, от него зависит, какие события произойдут в этот день. Поэтому я осознаю с самого начала, что все, что будет сегодня за этот день, это все будет послано мне царем всех царей. «Шехезайдер биншмати» – Он вернул в меня мою душу. В этот момент человек должен осознать, что самая внутренняя часть его – это его душа. Это не просто мне он дал душу, он дал ее в меня. То есть нет ничего более глубокого, более настоящего, чем моя душа. И у моей души есть потребности. Она хочет чего-то добиться в этом мире, и я должна слышать ее, понимать, что ей по-настоящему нужно. Бехемла ляба лунатеха. Велико доверие Твое, мы говорим Всевышнему. Мы должны осознать, что Всевышний безумно доверяет мне тем, что Он дает мне этот день. Он действительно, несмотря на все мои промахи, понимает, что сегодня я могу что-то изменить. Сегодня я могу стать чуточку лучше. С этими ощущениями, с пониманием того, что Его любят, с пониманием того, что Ему доверяют, с пониманием того, как нужно проживать эту жизнь, с какой благодарностью, с каким трепетом, мы вступаем в новый день. Удачи!